Всем доброе утро. Сегодня у нас пятница, 13-е. Время почти 8:05. Собираюсь на работу. Мне уже выходить нужно. Так, свет выключить над мойкой. Так, кофе попила. Сумку с собой собрала. Еду положила. Так, на улице у нас сегодня... В данный момент плюс 11. Такая облачная погода. Солнце иногда проглядывает. Днем обещали плюс 14, не больше. Так, пятница. Машин вроде поменьше. Потому что люди, наверное, в пятницу стараются никуда не ходить. Хотя, конечно, рабочий день. Вечером уже на дачу все рванут. За город. Вчера был хороший денек, почти плюс 21,5 было, почти 22 градуса, классно было. Сегодня уже 14, а завтра еще холоднее. Вот так всегда, как выходные, так холод. Не знаю, интересно, какая в субботу будет погода. Мы там хотели в одно место съездить. Может, с утра успеем, пока дождя нет. Потом придем, будем дома сидеть. Опять чихнул, господи, помилуй. Даже два раза. Ой, извиняюсь. Вчера купила, наконец-то зашла в аптеку, купила таблетки от аллергии. Взяла сразу две пачки Тавигил, они там по 10 таблеток или по 20. Ой, не помню, надо посмотреть. Очень быстро заканчиваются, вроде там по 10 всего. Так, где они у меня, Тавигил? Здесь в коробочке. Так, Тавигил, 10 таблеток. Вот для укрепления сосудов ног пью Детролекс. Ну, еще там кое-что пью. В общем, там из таблетки. С утра 3 таблетки выпила от всего. Бегом на работу. Так и живем. Ну, что делать? Надо ножки тренировать. Ходить надо больше, а не таблетки пить. Сидеть поменьше. Так вот на работу сидячая. Надо почаще вставать. По лестницам ходить, бегать туда-сюда. Ноги тренировать надо. Что-то мы опять обленились, гулять не ходим. Вчера с утра была хорошая погода, можно было в парк сходить погулять. А мы что-то дотянули до 3 часов, потом дождь пошел. Уже не пошли никуда. То ветер, то дождь, то холодно. В жару тоже тяжело ходить. Будет 30 градусов, тоже не будем ходить. Если только после, вечером, когда жара спадет. В общем, все нам не так. То жарко, то холодно. Надо просто одеться по погоде, идти. Даже тот дождь, что он тебе. Не растая уже, не сахарная. Можно и в дождь гулять. Взял зонтик, надел ветровку там. И вперед. Вот у кого собака есть, вот, наверное, люди для этого заводят собаку, чтобы из дома выходить. Потому что себя не заставишь, а собака заставит. То есть ее надо выгуливать. Так, давайте посмотрим, что у нас там за окном делается. Правда, я руки кремом намазала. Боюсь телефон уронить. Такое вот у нас утречко. Сейчас поедем на работу. Кстати, уже 8, мне надо выходить. Но я добираюсь быстро. Я в 9 уже буду на Третьяковской. За час добираюсь. И там пешком идти минут 5-7. Ну, в общем, нормально. Добираюсь быстро, поэтому... Ну, относительно, конечно. За час... Вот новый музей у нас туда чуть-чуть подальше, поэтому туда 1:15 добираюсь, а сюда 1:05. Ну, минут на 10 быстрее. Все, ребятки, побежала я, надо идти. Я и так раньше всех прихожу, но привычка уже рано приходить. Лучше рано прийти, чем опоздать. Если там ветра не будет, может, там постою на улице, еще поснимаю, если получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, что кто там вчера меня раскритиковали, что я ною. Представляете, через день на работу ходить. Ты за один день не успеваешь отдыхать.
Вот когда 2 выходных подряд или 3, ты еще успеваешь как-то в себя прийти, восстанавливаться. А когда пашешь целый месяц через день, то за 1 выходной ты просто не успеваешь отдохнуть. С утра просыпаешься, и уже мысли такие, что завтра на работу. А тебе надо еще там в магазин сходить, убраться, доготовить на 2 дня. Вот сегодня я приду в 10 вечера, я что, готовить буду? Нет. Я приду, кефирчик выпью с яблоком и спать. Под душ и спать, и телевизор смотреть в лучшем случае, пока не отрублюсь. Так что вот так, ребятки. Через день работать немножко напряжно. Все-таки надо какой-то дополнительный выходной брать хотя бы раз в месяц. Все, ребятки, я побежала. Всем пока-пока. Если будет возможность, еще на улице там поснимаю. Так, самолетик летит. Самолеты стали редко летать. Так как к окну подойдешь, к окошку там один увидишь в поле зрения. Раньше прям штук 5, 6, 7 можно было увидеть. Вот так вечером, особенно вечером, когда в окно выглядываешь, эти они летят, огоньки светятся. Я один раз штук 9 насчитала. А сейчас вот, дай бог, если так вот один увидишь, редко стали летать. Все, ребятки, побежала на работу. Так, все. Идем на работу, ждем лифт. Уже 8:05 или 10. Долго собиралась. Сейчас придется быстро идти. Всем доброе утро еще раз. Видите, у нас черемуха распустилась. Наконец-то сзади машина едет, мусорка, как бы меня не избрызгала. А вот у нас черемуха. Плохо видно, ладно, потом поснимаю. Но уже распустилась.